Всем привет, ребята, вы на канале Супер Девочка. Сейчас я буду гулять в игру «Том за золотом». Он пока загружается, а я пока передам привет. Не буду передавать. Мне еще лайки никто не ставил, потому что я только недавно начала снимать видео. Только сегодня мы начали снимать ролик. Как вы уже знаете, как вы догадались, я буду это все, весь ролик на телефоне. Только видно, как я буду рулить. Такое приложение можно скачать. Ой, какая громкая музыка. Ну что, давайте я минутку. Ну что, давайте тише сделаем, а то орёт так сильно. Ну что, давайте постартуем! Побежали! Побежали! Я ладно, я на цель играть не буду. Я такая буду. Я Украина. А, мне надо бегом бежать. Ну что ж, ребята, я бегу, я стараюсь. Похоже, что мне не везет, я скоро врезаюсь. Да, я врезалась. Я пока что на третьем месте. Но тут можно головой биться, и все равно человек не проиграет. Поэтому можно не стараться, не надо стараться. Я пока что другая в Гэтвике. Я вторая. Бегу. Стараюсь очень. Я хоть пригинаюсь, хоть не. Я сейчас вторая. Я бегу. Я сейчас не третья, не первая. Я вторая. Мне надо бегом бежать. Я сейчас третья. А, я чуть не упала. Допрыгаю. Так. А, я красота. Я вторая и почти дошла до финиша. Буду на втором уровне. Не на втором, а на втором месте. Потому что я почти и буду на третьем месте. На первом. На втором. Ну что, давайте сейчас погуляем просто. И я на втором месте, Бен на первом, а Джинджер на третьем, Том на втором месте. Да, это я, это я не знаю, и это не знаю. Эй, я не хочу гулять. Ну ладно, погуляем еще. Не, я закрою, потому что не хочу гулять. Я хочу пробежаться на Бена дороге. Ну что ж, побежали. Побежали. Бежим. Ну тут надо аккуратнее всех. Она такая стрёмненькая. Так бежит потихоньку. Главное не удариться. Ай, я ударила. Ну что ж такое, не повезло. Так. Що з тобою, Петря? Є життєво важливим для нашого здоров'я. Минутку реклама, я її закрою щас. Ну, закривайся. Що це було? Хто-то прислав кому-то смс-ку. Ну що ж, щас ми будемо прощаться с вами. Ну, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Супер девочка. Всем пока. Я вас люблю, ребята.